Ты слышишь? Ничего, только ветер. Именно. Ничего. Да. Говорят, даже отсюда слышен рев толпы. Их жажда неутолима. Жажда? Битвы на арене, Мистий. Жизнь и смерть в их чистейшей форме. Любовь, ненависть, слава и гибель. И все на потеху публике. Меня зовут Скура. Алексиос, записка привела меня сюда, к тебе. На арену созывались бойцы со всей Греции. Эти стены давно не содрогались. Ведь героев арены не осталось. Толпе не нужны великие бойцы. Они хотят крови. Но ты, Мистий, ты можешь все изменить. Ты можешь всех удивить. И обретешь невероятные богатства, если будешь биться и победишь. Я заставлю арену снова содрогнуться. Славно. Расскажи мне о других бойцах. Новым участникам позволено выбрать противника. Здесь нет рабов или преступников. Только воины, готовые проливать кровь на потеху толпе. Ясно. Претендентов пока пятеро. Все безжалостны и кровожадны. Чтобы стать героем арены, нужно одолеть их одного за другим. Расскажи мне об арене. Она здесь уже много лет, но сейчас все изменилось. Как и многое. Да. Теперь всех привлекают лишь драхмы, не слава. А зрители приходят глазеть, как бойцы потрошат друг друга. Они присытились, им мало убийств. Им нужна жестокость. Я и мой клинок готовы. Выбери противника. Сражусь с царем разбойников. Yeah!
еще? Слышишь? Ты неплохо справился. Ты не смотрел? Я давно не хожу на арену смотреть бои. Но если толпа так шумит, возможно, она приветствует нового героя. Ну, разумеется. Как можно не поприветствовать легендарного воина? Может, те истории правда? Скоро. Мион. А, Мистий, я сразу все понял, как только увидел тебя. Ты можешь стать героем арены, как Скура. Если будешь выступать, тебя ждет долгая и успешная карьера. Нас ждет. Дай знать Скуре, если захочешь продолжить. Эти храбрые души. Выбери противника. Зарежу Белоса, как дикую свинью. Что ж, начнем. Ah!
Твой клинок, копье, напоминает мне о прошлом, о персах. Это копье убило много персов. Как и я, на поле боя и на арене. Ты воевал против персов? Верно. Поведай об этом. Было тяжело. Персы — грозные противники. Огромное войско, свирепые воины со всех уголков Айкумены. Всей Греции пришлось объединиться, и даже этого едва хватило для победы. Единая Греция, и не поверишь теперь. Верно. А возвращение с войны было еще хуже войны. Обычная жизнь стала для нас с Мионом сложной. Она неожиданно лишилась смысла. Мы вновь обрели его только на арене. Как проходили бои в те времена? Тогда ценились честь и героизм. Мой клинок утопал в крови. Но времена были другие. И я был другим человеком. Как же тебе удалось стать героем арены? Что ты сделал? Я выжил. Мне пора. Ты показал себя истинным воином. Хорошо. Спасибо. Thank you.
выбери противника. Я поохочусь на Иванту. Готовы рискнуть жизнью! Толпа приветствует вас! Ну, хватит! Выбери противника. Я поохочусь. Есть монеты для хорошего.
руки! Ну все, тебе конец! Воин на арене не имеет других привилегий, кроме гордости, чести и славы. Скажи, Мистий, есть у тебя близкие люди, друзья, семья, любимые? У меня есть близкие, люди, которые мне дороги. А у тебя они есть? Моя дочь мне очень дорога. И, конечно, у тебя есть друзья, воины с арены. Были. Что случилось? Я герой арены. Воин номер один. Я убил своих друзей в честном бою. Их могилы тоже здесь. А как же твоя семья? Твоя дочь? Моя милая Анаия, впервые взяв ее на руки, я понял, что не смогу больше убивать. Из-за нее я перестал сражаться, но я не смог окончательно покинуть арену. Давно это было?
Давно. Много лет назад. Расспрашивать не буду. Посмотри мой бой. Я тебе завидую. У тебя еще все впереди. Не упусти шанс. Yeah!
Элла! Вперед!
Вперед!